fertig. Я тоже у босса. Оу. Это не круто, это совсем не круто. Супер так. Это меня пугает, ребята. Ребята, успокойтесь. Успокойтесь. Ай. Ой. Фрей. Я пока занят. Ладно. Альта на черте. Ух ты, да я прошлый, просто прошлый. И в рукопашку. Хочу в рукопашку. Невероятно хочу в рукопашку. Его добить. О, смог. Есть. Я босса завалил, представляешь? Один. Угу. Ух ты. Не, это мне не нравится. Вау, вот это круть. Ты я взял эту фигню. Взял? Для робота? Да. Вау, обалдеть. Что теперь надо делать-то? Найти его. Вот я вижу этого робота. Все. Толк. Я с ним не могу говорить. Робот. Похоже, на чтоб ты подходил обязательно. Так, а как туда прийти? Ну так вот, да. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Ура! Куда он нас повел теперь? Ну, видишь. Хорошее место. Ну, бери. Это что, это шотган или это не шотган? Это, по-моему, не шотган. Бери ты. А, у меня и так получше. Ну, тогда ладно. Это я возьму. Тебе нужен шотган? Да. Ну, по крайней мере, я попробую, так сказать, посмотрю, что это за вещь. А погоди, а где он? Так, я шо вы... Я имею в виду, я же его поднял вроде. Ну. Вот, я вижу 22 уровень, точно. Довольно мощная штука. Ну-ка, что он? Damage в минус. Protected Field. Shot Speed. Нормально. Погоди, а что это такое я взял? Бэкпэк. Понятно. Понятно. Вот это я их выношу. Вот это я их выношу, однако. Пока. Фрей, ты попал, если будет PvP. Еще раз.
Давай восстановим наши жизни и сделаем ПВП, причем вместе с этим, с... как его называют? С турелью. Угу. Бери, ладно. Эй, как выбраться-то отсюда? Да как-нибудь. Будешь убивать его? Да, с этого оружия очень сложно с прицела. Сейчас попробую. Уху. Какой странный был. Ты мне так сообщение приходит. И теперь какое-то достижение у меня открылось. После всего этого насилия. Ты что, тупо прыгаешь? Да. А почему тогда у меня достижение? Я думал, что это достижение из-за твоих стонов. Ну ладно, пошли. Ты играл в игру «Упоротые кролики»? Нет. А хочешь поиграть? Нет. Блин. Так, давай-ка я, чтобы тебя убить. О, жизнь восстановились. Ну да. Постой. Чё? Или ты сейчас опять свою жизнь потратишь? Нет. Хорошо. По крайней мере, стараюсь не потратить. Все, я написал сообщение, ну давай. Ну ладно, давай. Все, сейчас будет. Ой, застрял. Блин, ты снова включал эту штуку. Не, с ней, конечно, тебя не победить, это по-любому. Но она у меня равносильно твоей турели. Ого, у тебя вон что творится с руками. Я не видел. Ну ладно. Ну я чувствую, умираю, думаю, ну ладно, надо жить. Инстинкт самосохранения. Все, пошли. Пожалуй. Ни разу не вредался. Вот это, слушай, погоди, это уже другое задание, что ли? Соседи, вы чё, обурели? Сколько время? Слушай, это 23, уже другое 45? Задание, оно сложное. Угу. Поехали отсюда. Нормально, Фрей, 23.45 они долбят стену мне. Ну это не нормально, да. Мудаки. Вот все, я переключил на другое задание, там где кристаллы. Вау. О, то мы сейчас валим вообще. Легко. Где ты? Да нет, ты очень даже сильно их бьешь. Так, что им надо делать с этими тупыми кристаллами, я не понимаю. Давай я почитаю. Так. Шок. Так, Harvest. Shock Crystals in the Last Cave. Shock Augmentants allow you to customize your skills with power of lightning. But the accompaniment of such an the Shock Crystal can articulate to you, but you need to provide the crystals. Go to the Last Cave, shoot the crystal clusters to break them apart. Watch out for the bandits
that have taken over the cave. Мне нужна помощь, у меня патроны закончились. Нет, уже есть. Окей. Да, вот тут. И что там знал? Патрончики. Нам нужно стрелять по каким-то кристальным штукам. Вот по этим, что ли? Ну я стреляю, и чё? Вот видишь, я уже собрал 5 фигурин. А надо как? Не по этим штукам стрелять. А куда? Нужно по светящимся. Светящийся? А, во. Вот светящийся. Или это его город? Это не то. Осветилось. Пойдем, я тебе покажу. Ошибись, попрыгаем. О, по вот этим? Да. Круто. В кавычках. Где еще брать эти штуки? Что у тебя все? А, не, не все. Ого. Далеко не все было. Бежал уже. Где? Последний. Постой, мы же, кажется, много чего поставили. А все, это уже последний. Я имею в виду всякие вещи хорошие. А, да не было. Я не уверен, что смогу тебя спасти, тем больше меня сзади кто-то атакует. Да не надо. Черт. Окей. Ой. Вернись. Сзади все время кто-то приходит. Блин, офиг сзади, погоди. Кто-то сзади пришел в очередной раз. Спасибо, спасибо. Фу. Меня сзади стреляют. Я сейчас сдохну. Давай, главное, спаси меня. Спасибо. Может, убежим отсюда уже. Не знаю. Я пытаюсь всех палить. Вроде выходят. Более-менее. Я не вижу где ты. Я не понимаю где ты. Да не надо меня спасать. Отправляюсь. Ой, надо, уже надо. Да умри ты уже. Наконец-то. Оу. Ладно. Ты рядом? О, ты рядом. Somebody help. О, че это за глюки такие странные? Так, давай-ка я выкину. Вот что я выкину. Снапу. Возьму вот это. Бери снапу фрей. Да, белая, кому она нужна? Ага, норм. А, ну да. Я думал, что норм. Вот это я хотел бы взять, ну ладно. Она синяя, она мне нужна.
Ну, это мое оружие как раз. Поэтому по классу. Ну, я тебя уверну. Окей. Так, сейчас я посмотрю. Ну, сюда, короче, бежу. Наверное. Или нет? О, скоро будет 18 уровень. Побей их. За полученным уровень. О, молодец. Я вкачну это... Пойду дома. Чё ты там куда вкачнёшь? Меня сейчас убьют. Я уровень получил. Ну, я, может быть, даже за тебя рад. Но, может быть, ты меня спасешь? Человек, убежавший, я сам не знаю куда. Спасу, выйдя отсюда. Слушай, погоди, где ты, черт побери? Не, не надо выходить. А, ну ладно. Я возле выхода. Вот куда убежал вообще? Возле выхода. А, собственно, почему? Потому что я быстрый. Ой. А? Потому что я быстрый и шустрый. То есть поэтому меня бросило? Не знаю. Ты большой и медленный. То есть ты поэтому меня бросил? Да. Ой, меня тут бьют. Так, я что тут хорошее мог выкинуть, я? Уберись, пожалуйста. Черт. Выходить? Ну давай. Хотя, кажется, да, секонд... Секонд хрен. Так не выходить, да, уже? Да как тебе сказать, знаешь, если бы ты мне мог помочь, было бы хорошо, но ты мне не можешь помочь. Сейчас я посмотрю, где ты. Да не, не надо, я уж все. Да ты там в самом конце. Да, я не понимаю вообще, как ты отсюда исчез? Я только что вот здесь был с тобой, и здесь, и потом ты уже убежал от меня. Я тут, понимаешь, сражаюсь с тварями, а ты уже убежал, я не понимаю. Куда ты делся и где вообще патроны для моей штуковины? Ладно, выходи, если ты можешь. Сейчас 5 секунд, подожди. Тут у меня оружие всякое нужно выкинуть. Давай тебя выкину. Оружие. И верну это. Все, выхожу. Тебе это все не мешает спать? Что именно? Ну, машины, мотоциклы. У меня обычно окно закрыто. Чё-то я вылетел. Поэтому почему такая загрузка долгая? Ну ладно, будем надеяться, что оно сохранилось.